Всем привет, с вами Роман Раскольников. Мы играем в Mass Effect, и сегодня мы будем проходить побочный квест. Так, как он называется? Жалоба Зелтона. То есть мы, выполняя побочный квест Цитадель Спутница, взяли квест поговорить с Зелтоном. Ну, то есть, сейчас вспомню, как его звали. Ну, короче, с генералом каким-то в отставке. Я забыл, как его звали. А сейчас мы отправляемся выполнять второе, то есть его уже задание. Так. Он упомянул Элкера по имени Зелтон, который поверил в ложный Септимус, попросил вас рассказать Зелтону. А, нет, не то. Так, Зелтон находится в посольстве Элкеров. Найдите его и покажите ему доказательства того, что Шаира не виновата в разглашении его секретов. Так, нам надо отправиться в посольство. Так, Зелтоны — это вроде те странные штуки, вроде такие интересные. Сейчас посмотрим. Извините, точно. Капитан Шепард, у вас не найдется для меня минут? Так, тебе потом найдется, всем, для всех найдется минуточку времени. Так, если я не ошибаюсь, это надо куда-то вот сюда бежать. Так, это случайно не ты, Элкер? А нам надо поговорить. А, Зелтон. А вот же, вот, а вот они, Элкеры. Так, мне надо его найти. А может, мне как раз с ними надо поговорить? А мне, похоже, с ними нужно поговорить. Раньше у моей расы здесь было посольство. Но после того, как... Радостное приветствие. Приятно встретиться с вами, человек. Нет, это не он. Здесь никогда не темнеет. Искусственный солнечный свет 24 часа в сутки. Так, так, и где же он? Может, он? Нет, не он. Так. Тут еще что-то, я помню, еще где-то были элкеры, так называемые. Так, это точно не ты. Так, это что? Поговорить с Зелтоном? А, вот Элкеры. Точно. Мне сюда надо, да? Зелтон, да, мне туда надо. Я не в ту сторону забежал, значит. Извините, капитан Шепард. У вас не найдется для меня минутки времени? Потом. Так, да, вот похоже, я здесь в прошлый раз был. Так, вот, собственно, мне надо сюда. Или не сюда. Нет, он за стенкой находится. А, да-да, вот здесь я как раз и был. Так, мне с кем? С тобой? Нет, все-таки с ним, наверное. Удивление и радость. Вы вернулись, человек. Интерес. Чем я могу вам помочь? Так, спасибо, ничего. До свидания, посол. Искреннее прощение. Так, наверное, с этим надо поговорить. Усталое приветствие. Сейчас не самое лучшее время, человек. Я могу помочь. Я знаю, кто раскрыл вашу тайну. Это сделал турианец по имени Септимус. Сомнение. Я знаю этого Септимуса. Он не мог узнать моих секретов. Только спутница могла рассказать ему. Вот, посмотрите. Это должно стать достаточно веским доказательством для вас. Замешательство. Такое нелегко выяснить. Если турианцу это удалось сделать самому, ужас, кто
кто угодно может узнать мой секрет. А так, с вами все будет в порядке? Септимус, влиятельная персона. Даже для него выяснить это было нелегко. Облегчение. Думаю, это так, человек. Спасибо за информацию. Неожиданное осознание. Мне нужно поговорить со спутницей. Она, должно быть, очень сердится на меня. Убедительная просьба. Человек, извините, но мне нужно идти. Не беспокойтесь. Уверена, она простит вас. Это было не со зла. Вы ошиблись. Сомнение. Возможно, это так, человек. Мне остается только надеяться. Благодарность. Вы сделали великое дело, капитан. Одобрение. Видите, Дин, не все люди такие, какими вы их считаете. Уверен, земляне хотят извлечь из всего этого какую-то выгоду. Извинения. Не слушайте. Опять что-то нагоняет на землян. Вы сделали доброе дело, неважно, какими были ваши намерения. Так, ладно, ну на этом мы выполнили еще один побочный квест. Вы убедились... Так. Убедить Зелтона. Спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал.